хрена себе. Поводок оторвал. А, по традиции. Дай на пятнашку. А, вообще балда. Такая красота. И сазана. Мы на месте. Доброго времени суток всем. Приехали с супругой отдохнуть, порыбачить, в бане попариться. Пока в отпуске, да, Юлия Викторовна? Угу. Ага. Все, такое местечко. Здесь уже ранее отдыхали, рыбачили. Песочек. Там каменная коса. На воде полнейший штиль. Маленько спиннинга взял, 4 штуки всего лишь, и перевертыши, перевертыши с десяток. Поставили палатку, шатер, генератор работает, холодильник у нас остужает мясо, напитки, минус 3 уже, сейчас. По рыбалке, значит, что сделаю? Поставлю 4 спиннинга, завезу. Вот, а перевертыши я наживлю вечером. А ставить буду завтра с утра. Пораньше встану, часа в 4. Вот, потому что ночью они расплывутся. И вот ночью хотелось бы отдохнуть спокойно. А вот утром поставлю, и до обеда будет клев. Это 100%. Вот, и баню завтра поставим. Сегодня уже не будем баню делать. Вот, прям на бережку поставим баньку и с баньки прямо в воду. Рыбачим на кукурузу. Вот, кукуруза. Мелкая, здесь с чесноком кукуруза. Проверенная тема. Работают уже десятилетиями. Так что всем рекомендую. Палочки у меня старые. 4,20. Ну, проверенная. На крокодила. Какая разница? Клюет же. Ловлю же, да? Вот и все. Здесь ничего нового. На катушке плетенка 0,40. Грузило 120 грамм. Поводок из лески 0,35 сантиметров 40. Крючок, термоусадка, петелька, 3 кукурузины. Так и рыбачим. На ночь обязательно сигнализаторы, чтобы поклевку слышно, как паровоз будет тащить. Все, 4 штыка я завез, метров на 100. Вот, по традиции нужно подсак в водичке помочить. О! Нифига он! Прям, короче, на глазах сазанюга долбанул. Вон круги расходятся. Ну, небольшой, мушки, ложка. Надеюсь, шашлыки будут в этот раз очень вкусные, потому что мясо на шампура нанизывалось. Прям чувствуется, что мягонькое. Ты мне рецепт скажи. Как мариновала? На 1,7 кг, 330 миллилитров. Ну, стакан 330 миллилитров минералки. Свежий, немного лимонного сока, соли и готовые специи для шашлыка, лук. Кроме мяса у нас что еще будет? Баклажаны, кабачки, перцы запеченные, замаринованные в соевом соусе и меде, в чесноке, масло растительное. Обалдеть! У нас поздний ужин, сейчас поужинаем и будем заниматься перевертышами. Все, давай, приятного аппетита тебе. Спасибо. Ну все, это крайний. Ура! Крайний перевертыш готов. Время полночь. Ветер не стихает. Все, такая кучка перевертыша получилась.
Утро разбудило мне поклевкой, сработал второй спиннинг. Вот, но не вытащил я его, сошел. Время 4:30. Сейчас перевертыши у меня уже заряжены. Заплываю, ставлю перевертыши. Начинаем рыбачить. Пользоваться моментом надо, пока ветра нет. Ночью прям вообще жесть. Гидрогамбу. Первая поклевочка с утра. Прям хорошо идет. Пока чайник ставил. Юлия Викторовна спалила сазана. Ладно, попер я. За шашлыком и сазана. Иди сюда. Опять малыши атакуют. Тихо. Отдай мне кукурузу и вали отсюда. Опа. Вот такой, друзья, небольшой сазанчик. Доброе утро. Сегодня один перевертыш работает. Он опять в глубину попер. Даже кофе не дает попить, да? Даже глотка кофе не сделал. За 10 минут этот перевертыш сработал дважды. Опа. Надеюсь, не ушел. Опа. И дома. Это можно уже и забрать. Тихо. Вот только приплыл. Сазанчика определяю. Садок. А он же третий раз срабатывает. Дождь идет. Сазан клюет. На один и тот же перевертыш. Третья поклевка здесь. Больше никто не работает. Или кто-то есть? Нет, нет. О, ни хрена себе! Поводок оторвал. Вот это поворот. Пока переставлял перевертыши с левой стороны, вон там паровоз попер. Вон, быстро уходит. Надо догонять. Не уйдешь. Метров 50, наверное, протащил. 300 граммов грузило. И прет, смотрите, прет как паровоз. Даже, о, решил передохнуть. Ага, не тут-то было. Но можно на шашлык забабахать его. Давай, иди сюда. Оп, бля. Ну, двушка железная. Это железная двуха. Ох, с края зацепился. За ус. Все. Повезло. Повезло мне его вытащить. Вот такой, друзья. Ну, двуха, да, есть. Так, за утро. Получается у нас 6 поклевок, 4 на перевертыш, 2 на спиннинг. На спиннинг реализация 0, на перевертыш 2 забрал, одного отпустил и один срезал поводок. Как-то так, дождь идет, ну там уже прояснивается. Такая вот обстановка вокруг. И 4-я поклевка на один и тот же перевертыш, вот слева работают перевертыши. Одна поклевка была с той стороны, все. Нет. Не уйдешь. Хороший.
Ну, полторуха есть, железная. Может, чуть побольше. О, снизу зацепился. Опа. Все. Вот такой, друзья. Полторашка. Вот это поворот. Подсекай. Что, есть что-нибудь? Лечь, что ли? Лещатница. Поймалась и поймалась. Офигеть. Очередная сработка, перевертыш встал, он пошел на выход. Но мы сначала позавтракаем. Война войной, а завтрак по распорядку. Мяско, салатики. Там поклевка. Тот убегает, прямо, короче, нужно срочно его догонять. Если я сейчас доем, потом я его не догоню. Блин. Все, давай, я полетел, Юля. Ну, достаточно далеко от места поклевки ушел. Главное вовремя его обнаружить, пока не убежал. Ну нет, нет, уж не. Они все одинакового размера. Ух ты, мимо. Промазал. Не промазал. Полтора. Вот такой вот. Сейчас завезу спиннинг и заодно проверю перевертыш. Там уже, наверное, с полчаса назад поклевка была. Метров за 30 он утащил его и больше не вставал. Вероятно, сошел. А нет, ждет нас. О, малец. Наверное, этого мы отпустим, конечно. Иди, ребят. Иди, я тебя отпущу. По традиции, дай на пятнашку. Думал, отдохну часик-другой, посплю. Ага, не тут-то было, блин. Опять на работу. В общем, три сработки. Он один стоит, второй стоит, и он третий. Все, я туточки. Куда? Зашевелился. Зашевелился. О, хороший. Какой рыжик. Рыжик хороший. Отлично. Сошел в подсаки. Стандарт. Такие вот стандартики берут. Обходим его с тыла. Опа. Все. Допрыгался. Опа. Лодку крутит во все стороны. Вообще неудобно на ней. Ну, я не скажу, что большой, но... Опа! Вот два братца-акробатца в подсаке.
что хорошо. Один такой желтый-желтый, второй светлый. Одинакового размера. О, а что, он сошел, что ли? В подсаке опять. Ну, красиво. Раз. Два. Да, у нас погодка не радует. Туча за тучей, гроза за грозой. И с той стороны все вокруг обложило. Маленечко ветер потише стал. Бурунов поменьше стало. Сейчас вот поплыву за перевертышем. Пока не уплыл далеко. Вот он, побегушник, блин. И пока ветер стих, надо успевать собрать их. А то расплывается, блин. Такой ветер. На лодке вообще не кайф плавать, ходить. Да ты что? Вот сегодня все такие красавчики. Тихо. А тихо ты, друг. Один к одному сегодня. Вот этот, наверное, кабан жирный. На шашлык пойдешь. Ой, я прыгнул. Голову отрезали, хвост отрезали, и получилась такая вот небольшая тушка. А, хватит на ужин, да? Угу. Если, честно говоря, мы еще сами из сазана ни разу шашлык не готовили. Он будет первый раз. Посмотрим, что получится. Часа полтора-два мариноваться будет, да? Угу. Ну и все. Как раз сейчас ветерок у нас стихает. Я думаю, к вечеру штиль будет. Завтра по прогнозу опять хорошая погода, блин. После шторма сходил, проверил все перевертыши. Вот, снял два подлещика, одного сазанчика на килограмм. Ну и половина была без кукурузы. Впустую рыбачил. Так, а на кухне? А на кухне у нас... Юлия Викторовна, что делаешь? Жаркое из овощей. Жаркое из овощей. Но только беда. Сковородку не взяли, поэтому в кастрюле... Ну ничего. Сейчас заложу зелень с чесноком, с перцем, с солью. Перемешаю и оставлю без огня на 10 минут. И все. Печурка собрана. Ну, в качестве топлива сегодня будем использовать такие вот брикеты. Не знаю, ни разу не пользовался этой фирмой. Как бы они трубчатые, трубчатыми пользовался, они лучше работают. Вот, ну, этой фирмой не пользовался. Перевертыш стоит. Надо будет снимать. Блин, только баню поставил, и вон туча опять надвигается. Подводкой, подводкой и ушел. Чувствую, баня будет во время дождя. Может, обойдет сторонкой?
Вкусненько. Увидеть, что у нас баня стоит. Добро, вкусненько. О, вообще балда. О, после пахты вообще жесть. Пока мы в баньке паримся, она вперед еще стоит, ждет меня, никуда не уплывает слева от солнца. Ладно, пойду прогреюсь еще минуток 5. С бани пора завязывать. Напарились сегодня, накупались от души. После баньки баночку пива холодненького хряпнул нулевочки. И пора на работу перевертыши проверять. Не проверять, а за сазаном. Перевертыши два штуки стоят. Вы побегушник. Скорее всего. Ага, точно. И ты уже в подсаке, дружбан. Так, за нижнюю губу взялся. Вот такая полторуха железная. Пришло время Геннадия Инвертыча. В столовой у нас уже темно. Все, заводим. Прогреется. Ну, это у нас сазанчик замариновался. Смотри, цвет мяса, да, поменялось. Думаешь, готово? Думаю, потому что оно уже прокручивается. Ой-ой-ой, такая красота из сазана. Не, свинина отдыхает. Вкусно, да? У тебя сейчас отпадет кусочек. Mm-hmm. Самый же мелкий. Вкусненько. Красивейшее утро. На воде стелится туман. Сейчас немного растянет. Поплыву проверять перевертыши. По рыбалке пока все печально. Сейчас сходил, проверил, перенаживил перевертыши. А больше половины перевертыши были разряжены. На двух сидела сорога, на одном окунь. И самое печальное, что один перевертыш ушел. Неизвестно мне направление. Вот, поиски затрудняет туман. Сейчас туман. Ну не сейчас, там, когда туман рассеется. Вот. Прокачусь на машине по горе туда, биноклем поищу, если надо будет, подниму квадрокоптер. Ну, в принципе, как бы перевертыш — это расходник. Время 9 утра, а туман не хочет уходить, но зато у меня перевертыш поднялся. Первая поклевка на сегодняшнее утро. Ну, куда-то собрался. Только не зацепи мне тот перевертыш. Опа. Куда ты пошел? Да ну нафиг. О. Железная двуха. Двушка уже.
сработка. И нашел я тот перевертыш примерно, наверное, от крайних, наверное, на километр уплыл. Все, сейчас снимаю этот и дую за тем перевертышем. Так, этот пока я доставать не буду. На обратном пути заберу. Сиди, никуда не уходи. Я скоро приду. Наконец-то я тебя догнал. Побегушнями. Интересно, на сколько килограмм? Маленький или трофейный? Я думаю, на килограмм, не больше. А самое прикольное, что это лещ. Офигеть! Лещара, ну ты... И лещ-то маленький, блин. Что-то он похудел, блин. Офигеть, лещ на такую дистанцию, на такое расстояние упер. Иди отсюда. Я в шоке. Так, ну и на обратном пути обещал проверить этот перевертыш. На нем сработка была. По-моему, он... Сейчас посмотрим. Еще раз. Опа. И ты дома. Ну, полтора. Полтора килограмма есть. Ну, такой нормик. На этом наша рыбалка и отдых заканчиваются. Сняли практически лагерь, сейчас загрузимся. Вот это наш улов небольшой. Ну, с десяток, наверное, поймали сазанчиков. Думаю, еще шашлык обязательно сделаем из сазана. Мы еще коптить хотели. А? Закоптить хотели еще? Закоптим, да, завтра. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем не хвоста, не чешуи. И до новых встреч. Так, место оставляем в чистоте и порядке. Здесь у нас была баня. Кострище. Все, берег прибрали. Все сожгли.